Сегодня в рубрике «Диалог с властью» об итогах работы за первое полугодие 2022 года и намеченных планах информирует глава городского поселения Кандинское Сергей Александрович Дерябин. Добрый день! Работа администрации за первое полугодие 2022 года была направлена на улучшение благосостояния и комфортной жизни жителей поселка Кандинское. За первое полугодие, согласно всех программ и решений, которые были приняты в начале года на Совете депутатов, выполняли следующие работы. Это у нас самое главное, это сейчас идет реконструкция здания музыкальной школы в поселке Кандинское, но это федеральная программа. Я думаю, что к концу года мы получим современное здание. По жилищной программе у нас строится два дома, это 4 квартиры. Лесная 2А и двухквартирный жилой дом по Толстого 32. Лесная 2А, дом построен, документы все оформлены, идет одной квартиры выкуп. Толстого 32 будет выкуплен к Новому году. Также по программе по строительству дорог у нас была запланирована отсыпа на сегодняшний день улица Таежная щебнем. Там были проблемные участки. Будут строиться тротуары. Это мы решением депутатов и совместно было принято, что мы идет практическая замена деревянных тротуаров на брусчатку в капитальном исполнении, и чтобы мы могли очищать снег механизированным способом МКСМ-кой. Идет установка дорожных знаков согласно предписанию ГИБДД. И делаем первый раз, нынче делаем разметку. Это тоже есть предписание ГИБДД и согласно планов. По детским площадкам были приобретены нынче малая форма, это 3 маленьких экскаватора, один уже установлен, 2 устанавливаться будут. Сейчас в ближайшее время ребятишки очень довольны, как и в песочнице, и ребятишки садятся на сидушечку специальную, там 4 рычага, и как грузят песок. Также идет соблюдение всех, конечно, обследования этих всех горок, всех качелей, ежедневный осмотр согласно программам. Также у нас планируется решение депутатов, закупают. Сейчас прошел аукцион по горке, что наша не была не сертифицирована. Сейчас получим современную горку. Регулярно идет очистка поселка от несанкционированных свалок, которые у нас образуются. Потом идет крупногабарит, собирается. Нынче поселок чище. Регулярно ходят, собирают мелкий мусор. Это и как через центр занятости. Также сейчас активно работают это ребятишки с МТО. Они и траву начинаем, которая сильно большая, вырубаем, и мусор собирает, очищает прибрежную зону, где места массового отдыха населения. И все это делается. Также у нас в планах это, пусть нынче у нас сейчас будет объявлено аукцион обустройства, это прибрежной зоны, где причал теплоход «Заря». Там тоже федеральная программа инициативное бюджетирование населения у нас выбрало. Сейчас смета уже составлена, проект есть, конкурс прошел. Там порядка 9 600 000, там освещение будет, и причал отремонтируется, и для теплохода «Заря» более современное сделаем. Продолжим дорогу до теплохода «Заря» в бетонном исполнении. А так все идет согласно плану. Планируем еще начать замену деревянных тротуаров на брусчатку по улице 60 лет ВЛКСМ, потому что там уже 7 лет дерева нет смысла ремонтировать, решили делать брусчатку. А так идет все по плану. Я думаю, что если у кого-то населения есть какие-то предложения или в этом году, или на следующий, мы всегда готовы выслушать и принимать участие всех программах. Спасибо.